В Панфиловском районе открылся новый объект образования в рамках национального проекта «Комфортная школа». Это учреждение было построено по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Чем же оно отличается от других школ и какие условия в нем созданы, об этом в нашем следующем материале. Новая школа оснащена современным оборудованием, соответствующим самым высоким стандартам. В учебном корпусе 64 кабинета, включая 6 специально оборудованных классов новой модификации. Среди них кабинеты химии, физики, биологии и робототехники, а также помещения для занятий по направлениям STEM и нанотехнологиям. Все классы оснащены необходимыми методическими и техническими средствами. В школе также предусмотрены столярные и швейные мастерские, а также классы по работе с металлом. Комфортная школа также оснащена и двумя спортивными залами. Кроме того, в распоряжении учеников библиотека, столовая на 230 мест, актовые и танцевальные залы. Для удобства учащихся предусмотрены индивидуальные шкафы для хранения учебного материала и одежды. Также организованы коворкинг-зоны, где дети могут читать книги, заниматься творчеством или просто отдыхать, что способствует гармоничному развитию школьников. Такие школы мы раньше видели только в кино, а теперь такая же есть и в нашем городе. Сейчас я нахожусь в мастерской, где есть возможность заниматься различными видами ткачества и вышивки. Также, например, в лаборатории мы проводим различные химические опыты. Учеба в этой школе – настоящая мечта для каждого ребенка. В новом учебном заведении созданы все необходимые условия для детей, нуждающихся в особом образовании. Учащиеся начальных и старших классов обучаются в отдельных блоках. В здании установлены современные системы видеонаблюдения, звукового оповещения и других усиленных мер безопасности. На данный момент в школе открыто 46 комплектных классов, которые перешли ученики и классные руководители из других школ Жаркента. В отличие от других школ, в этом образовательном учреждении учащиеся имеют уникальную возможность не только углублять теоретические знания, но и развивать их на практике. Здесь созданы все условия для полноценного освоения учебного материала. В химической лаборатории установлены необходимые инструменты для проведения лабораторных работ, а также используются современные LED-доски. Я уверена, что в дальнейшем из этой школы выйдет немало талантливых и образованных учеников. Кырмызы Толумбекова, многодетная мать, перевела своих 4 детей в это учебное заведение. Она уверена, что здесь ее дети будут получать образование в лучших условиях, а также смогут учиться в комфортной и безопасной среде, что поспособствует их всестороннему развитию. Причина, по которой мне понравилось здесь, вполне оправдана. Школа полностью соответствует современным образовательным требованиям и стандартам, создавая идеальные условия для учебы и развития. Здесь очень тепло. Все это делает обучение не только эффективным, но и увлекательным. В рамках национального проекта на территории области ведется строительство еще одной школы. Этот проект продолжается, и в рамках его реализации в настоящее время ведется строительство еще одного образовательного учреждения в Волокольском районе. Ожидается, что оно будет завершено и сдано в эксплуатацию в следующем году. В целом в регионе возводится 5 таких современных школ. 2 из них строятся в рамках проекта «Комфортная школа», а оставшиеся 3 возводятся за счет средств местного бюджета. Хундузнур Мухамбетова, Нуржан Касабулатов, телерадиокомпания «Жетсу».